концовка за России. Последние даже включили в свое выступление элементы воздушного боя. Зрители могли сравнить, как управляются со штурвалом одного и того же самолета российские и латвийские летчики. Пилотажные группы «Русь» и «Балтийский пчелы» выступили на учебно-боевых Л-39. И все же погода внесла свои коррективы. На 2 часа до конца программы начался проливной дождь. Летчики готовы были продолжать, несмотря ни на что, однако до конца в Жуковском остались лишь самые преданные любители авиации. А кто потерял Владимир Кайский и Станислав Пономаренко? Вести. Александр Матвеев показывает примерное место захоронения.